Еще одна информация. У меня к этому часу семей наводнили сразу более 100 невест. Второй год подряд семейчане становятся свидетелями настоящего парада невест. И нынче он отличился масштабностью. Дело не только в количестве участниц парада. К акции привлекли изрядное количество автомобилей, мотоциклов и даже настоящую свадебную карету. Почувствовать себя невестой могла любая женщина. Главное условие – наличие свадебного платья. Кто-то из девушек примерил его впервые. Для некоторых же парад невест – отличная возможность вспомнить свою церемонию. К слову, сам юной участнице парада всего 2 года. В параде она участвует со своей мамой. А самая массовая в семье свадебная процессия завершилась необычным шествием от центральной площади до набережной Иртыша. У нас была информация о том, что будет участвовать около 60 невест. И так как невест будет очень много, мы решили выделиться и подумали, все будут в белом, все будут очень красивые, но нам нужно что-то особенное. И поэтому решили остановиться на черном цвете. То есть сыграть на контрасте. Когда надеваешь, все равно это все-таки... Я сама девчонкам говорила до этого, что белое платье – это ничего страшного, одевайте. А сейчас одеваешь и чувствуешь, что это все-таки ответственность. Какая-то моральная ответственность. И, конечно, волнение, трепет. И, естественно, хоть хочется выглядеть хорошо. И волнуешься, как настоящая невеста.